Казахстанская модель национального единства и согласия стала эталоном межнациональных взаимоотношений. Созданная Нурсултаном Назарбаевым Ассамблея народа Казахстана на сегодня считается примером для других государств. Об этом говорят представители этнокультурных объединений Жамбылской области. По их словам, благодаря первому президенту наша страна завоевала в мире статус миротворца. Очень важно любому государству для признания завоевывать авторитет на мировой арене. И это сделал Нурсултан Абишевич. Его мирные инициативы, программа разоружения, его казахстанская модель национального единства и общественного согласия, которая стала эталоном развития межличностных, межгрупповых коммуникаций в Казахстане. Я считаю, что все это является примером, достойным примером для подражаний и в других странах. Мы можем считать, что его медиаторская деятельность по урегулированию вопросов войны и мира, особенно сирийского конфликта на астанинских переговорах, это его инициатива создать эту площадку. Это и есть доказательство его непререкаемого авторитета в мире. Мне хотелось бы подчеркнуть значение первого президента Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Такие политики рождаются раз, может быть, в тысячу лет. Он в те трудные времена вывел Казахстан на совершенно новую дорогу, вывел на совершенно новые условия для всех казахстанцев. Наша поддержка от мала до велика ему обеспечено, его имя занесено в наши сердца как настоящего человека, патриота, любящего свою родину, любящего свой народ –